На улице Семинарской, 15Б, вчера ветер вырвал с корнем дерева. Большой орех давно был угрозой для жителей двора, об этом их предупреждали коммунальщики. Сначала дерево рухнуло на балкон 4-го этажа, потом порывами ветра его сместило в сторону. Вчера в 3 часа дня, примерно 3 часа дня, у нас рухнул большой орех. Ему много лет. Он зацепил один балкон, второй. Сейчас угроза стоит 6 балконов. Если это дерево упадет, все 6 балконов упадет на первый этаж. Уже повреждены окна, кондиционеры, балконы повреждены. Людям не удается дозвониться ни в одну из служб. Им либо не отвечают, либо отправляют в другие инстанции. А дерево все еще угрожает безопасности людей.